Правительство страны продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до 2030 года. Постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Решение направлено на снижение нагрузки на предпринимателей. В ближайшие 8 лет сотрудники контрольно-надзорных органов будут проверять только те объекты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасные производства, гидротехнические сооружения. В Союзе предпринимателей Уфы сообщили, что бизнес редко злоупотребляет мораторием и старается не нарушать законодательство. Это не в их интересах. Нет, бизнес открыт. Могу сказать, с продленным мораторием он только положительно скажется. Сами понимаем, с учетом тех санкций, которые сейчас введены, с учетом импортозамещения, нам просто необходимо это. Плановые проверки заменят на профилактические визиты и в образовательных учреждениях, детсадах, школах. Если в ходе таких мероприятий выявят нарушения, надзорное ведомство вынесет предписание о его устранении.